Так, вот мы видим, да, три точки продавлены достаточно глубоко, вот таким стиком. Еще раз, тоже не так больно, да? Боль уходила вверх, 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 вот мы ее ловили. Сейчас посмотрим здесь вот. Здесь есть. Здесь есть, да? Ну давайте здесь тоже. Так, задержали дыхание. Супер, да? Говорите, хорошо или нет, попали. Значит, попали туда, куда надо. А вы не забудьте поставить лайки и подписаться на канал обязательно, да? Иначе новых секретиков и видео вы не увидите. А так я буду всегда с вами. Приду, помогу, подлечу, если что. Ага. Вот кашель у вас был отсюда, помните, вы кашляли, да? Да, да. Вот, теперь давайте такое, такая мантра горловая, как медведь рычит, знаете, вот так, вместе, давайте, на одной ноте. Представьте, что звук исходит именно отсюда, от этой точки. Еще раз. Чувство уже прошло. Да. О, отлегло. Итак, видите, мы четыре точки достаточно глубоких получилось. Поражали эти мышцы, да? Так, сейчас не больно? Нет. Вот уже там, видите, все хорошо, все отлично. Боль ушла. У Олега Гудина боль уходит достаточно быстро. Пока-пока, дорогие друзья. Ставьте лайки.